Так, на ускоритель у нас денег не хватает. Давайте тогда приобретем вместо ускорителя вот трансмиссию и купим еще немножечко, ребята, бензинчика. Проедем побольше расстояния и нам дадут побольше денег. Давай посмотрим. Мы заработали в прошлой серии за одну катку где-то $300. Сейчас мы посмотрим, сколько сейчас нам за катку дадут денег. Потому что мы должны, ребята, с новой трансмиссией и с добавленным количеством бензина проехать дальше. Сейчас и будем смотреть, сможем мы дальше проехать или нет. Ну, конечно же, мы проедем дальше. Только вот как сильно далеко. Сможем ли мы, ребята, карту эту завершить? То, что там-то, по идее, чуть-чуть осталось проехать. Кстати, вот эти шипы, которые стоят, они помогают разрушать реально коробки. Да, коробки реально разрушаются. Так, все что ли? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, практически доехали. Мы практически, ребята, доехали. Офигеть. Даже без турбо, представляешь? Так, давай приобретем максимально бензинчик. Поехали. Если даже мы не проедем, мы купим турбо. Да-да-да-да-да. Хотя можем и проехать эту карту. Потому что тачка у нас мощная. Мощный такой вот автобусик наш. Так, давай-давай-давай-давай. Опа, проехали-проехали. Так, дальше едем. Ребята, кстати, пишите в комментариях, какие вы хотите видеть игры на канале. Вот. Какие бы вы хотели видеть новые игры. Пишите в комментариях, и я попробую поиграть в игру, которую вы мне предложите. Кстати, скоро будет выходить Майнкрафт на канале. Будьте, посмотрите, пожалуйста. Так, сколько? $582 мы заработали. Вообще хорошо. И с вами, ребята, мы проезжаем. Новый десерт Dash называется. Город. Так, пойдемте в гараж. Так. Ага, дальше. А, это и все, видимо. Нам не дают... проиграть. А, получить полную версию игры. Она стоит, короче, платная. Ну, понятно, почему мы не смогли пройти-то ее. Ё-моё. Так, липучка есть, смотри. Угу. Берем липучку и куда мы стремимся попасть? Так, а, смотри. Нам нужно выкатить этот жёлтенький, да. Чтобы он не повалился вниз. Повалился. Так, ну что ж. Тогда смотри. Налепить липучек туда, да, на этот конец. На зелененький, чтобы оно было тяжелым и не перевернулось. Липучек нужно накатить. Да, вот сюда, да, вот сюда липучек. Побольше только, побольше, побольше, побольше. Но не сильно, наверное, много, чтобы потом желтенький смог прокатиться же по ней. Так, и дальше что? Много, наверное, да, липучек? Ну, давай попробуем выстрелить. Отлично. И теперь нужно туда дальше больше липучек. Чтобы опять вес был большой. И он жердочку эту перевернул. И как раз как стрельнул туда на желтый. Так, ну что ж. Заново. Давай штуки три положим. Для начала. Так, не то я выбрал. Липучку. Две мало? Мало. Давай три. Нормально, я думаю. Проверим. Так. А теперь? Мало. Мало. Слушай, а если мы этот выстрелим в этого? И что будет? Ну, чтобы он туда подкатился. И потом их соединить в воздухе. Да, быстренько. А ты что? А, нет, смотри, он погиб. Понятно. Ну, не получилось у нас. Что, если здесь много липучек наделал? А, он сейчас перевернёшь досточка. Ну, понятно. Что мы сейчас сюда настреляем? Угу. Давай, 4 даже. 4. Так, стреляем сюда. Много-много-много сейчас настреляем, чтобы
не вернула. Не получается, да? Примечательно. Отлично, 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 я получила. Молодец, молодец. Давайте посмотрим, ребята. Нам нужно сразиться с растениями. Да, а нет, подожди, мы с игроками сражаемся вообще-то через интернет. Я, получается, только грибочек. Вот смотри. Что берем, ребята? Тут и птеродактиль есть, нифига себе. Берем солнышко. Берем горохострела, обязательно кукурузку, вот эту штучку возьмем и шипики возьмем. Вроде бы как нормально. Так, все, поехали. Посмотрим, что у нас здесь, ребята, будет. Так, сразу садим чуваков вот этих вот. Смотри, получается, нам дали 500-ку. 500-ку дали. Ага. Так, а все, кончились деньги, что ли? Алло. Ладно, поехали. Попробуем. Поиграем. Нифига себе. Кто кого? Кто кого? Кто кого? Так, нам нужно срочно... Где солнышки эти? Давайте, давайте, ребята, солнышки. Солнышек побольше. Так, садим сразу вот этих вот штучек. О! А я не знал, что за фигня? Так, это что у нас за водичка такая? Как мы... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ребята. Что творится, ребята? Я не знаю, что делать. Сейчас попробуем что-нибудь сделать. Так, мне нужно... давайте сразу вот запустим побольше... Вот такие... А вот это что за растение такое, я не понял. Что оно вообще делает? Это... алоэ, оно лечит, ребята. Алоэ, понятно, алоэ нужно в другое место садить. Так, давайте это выстрелим. Сейчас они вот это алоэ съедят мое. Ё-моё, что творится, ребята? Давайте еще раз зарядим. Маслом. Так, алоэ сюда садим. Вообще оно там будет лечить или нет, я вообще-то не понял. Ну, подумаем, посмотрим. Так, ё-моё, что происходит, ребята? Тут еще всякие надгробные плиты появляются. Так, давай эту колючку сюда посадим. Пускай по колючке походит. Так, а мы, ребята, поставим сюда орешек. Пусть стоит. Так, алоэ сюда еще. Я не знаю, сколько он там лечит, но хотя бы что-то долечит. Ёлки-палки, я уже не знаю, что уже сюда садить. Но нам алоэ нужно обязательно. Пускай они подлечивают наших орешков. Так, как вы гады, смотри, куда забрались, а? Что ж делать-то? Так, один пролез все-таки. Гаденыш. Как же мне его теперь победить, я не знаю. Давай орешек сюда поставим. Чтобы орешек стоял. Так, что-то солнышки плохо работают. Ребята, что-то вы плохо работаете. Так, 35 секунд осталось, да? Так, ладно, ждем. 35 секунд. Не знаю, пройдем мы или нет. Ё-моё! Ёлки-палки! Что-то не очень хорошо все, ребята, у нас идет здесь. Так, 15 секунд осталось. Типа, если 15 секунд пройдет, то я что, победю? Не знаю. Может быть, победю, а может быть, и проиграю. Ёлки-палки, смотри, что творится-то. 1 секунда осталась. Все, я выиграл, да? Да, Ювин, ты выиграл. Ну, хорошо, хорошо, что выиграли мы, ребятушки.
А было сложно. Я бы сказал бы, да. Так неожиданно мы с вами, ребята, выиграли. Так, ребята, на последнем уровне мы остановились, на 14-м. Давайте попробуем его пройти. Здесь нам нужно сделать мега-прыжок. Оп! Ай, не получилось! Да как так? Ладно, еще раз пробуем. Тихо-тихо-тихо-тихо. Опа, нормально-нормально-нормально. Сейчас и ускоряемся. А-а-а! Да ё-моё, как? Как тебя перепрыгнуть-то, вонючка? Вонючка, как же тебя перепрыгнуть? Опа, есть! Есть, наконец-то! А то я думаю, уже совсем уже, ребятушки, я не перепрыгну. Так, здесь мы эту поставим палочку сюда. Так, здесь у нас квадратик. Сейчас мы его... А мы его, знаете, ребята, щелкнем, наверное, вот этим большим-большим булыжником. Вот так. Сейчас мы его... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, не получилось. Давайте еще раз. Так, прыгаем сюда и... Да как так? Как так вообще? Алло! Как его вообще поднимать? Все, давай, тащим. И хлопскаем. Есть! Хлопнули квадратика. И отправляемся. Ребята, дальше. Опачки. Что, а что здесь у нас? Опа! Так, здесь нам нужно квадратиков щелкать, да? Есть. Ух ты! Ребята, там вывеска с боссом. Нифига себе. Против босса будем играть? О, натуре точно. Босс. Так. Ой, ударил меня, вонючка. Так, я понял, как тебе надо. Я понял. Опа, мы его щелкаем, когда он устает. Ой, взорвался шарик. Так, злой, видишь, злой. Оп, щелкаем. Так, сейчас опять он злой будет. Ой, да ё-моё, что-то вонючий шарик. О, умер. Да как так? А ну, а знаешь, как эта теория? Будем здесь стоять, дойдет он до меня, нет? Опа, есть. Так, а здесь дойдет до меня, нет, шарик? Квадратик, то есть. Опа, нет, не доходит. Фишка прикольная. Опа. О, я понял, как его можно убить. Так, ой-ой-ой. Квадратики. Это он что, его можно щелкать или нет? Так, сейчас. Ай-ай, два раза меня. Ой, убил меня. Да, ребятушки, не повезло нам. Так, ну а здесь у нас сидит квадратик прям на коробочке. Сейчас мы его щелкнем. Опа, хорошо, щелкнули. Тихо, нет, пожалуйста. Утонули. Последняя жизнь, ребята. Надо аккуратно. Так, здесь мы его щелкаем и перепрыгиваем. Так, рекламу мы отключили. Теперь какая-то конструкция непонятная. Умерли, просто-напросто взяли и умерли. Нам помешала реклама, ей-богу.